Новая модель Crestline Вероника. Мягкая чашка на косточках. Обратите внимание, Crestline сменил этикетку. Мягкая чашка на косточках. Форма чашки выполнена из тройного членения. Такая форма помогает женщинам хорошо и удобно расположить грудь, если это большой размер. Есть дополнительная боковая деталь, которая собирает лишнее в подмышечной зоне. Женщинам очень удобно, и бюстгальтеры сидят красиво. Боковая косточка, плотная эластичная деталь и в больших размерах 3 ряда крючков. Украшение в зоне декольте, бретель съемная. Основная бретель идет не съемная и широкая в больших размерах. Чашка выполнена из двоих слоев кружева. Внутренняя абсолютно однотонная бежевая, верхняя черная с вышивкой. Как и весь шифон производителя Crestline, он выглядит очень нежно, аккуратно и красиво, но достаточно прочный. Прочный настолько, что очень красиво выдерживает форму у женщин, у которых большой размер груди. Не растягивается и не проседает. Внутренняя часть однотонная, бежевая, создана для прочности бюстгальтера. Тем самым она абсолютно не утяжеляет основу. Сейчас в видеообзоре будут трусы Slip. В этой коллекции есть три вида трусов. Стринг-шорт, их называют бразилиана, слип классический, как сейчас в обзоре, и трусы миди. Выполнены они из комбинации микрофибры с кружевом, хлопковая ластовица. По спинке красивый V-образный срез и идет прозрачное кружево в нижней части трусиков.